Ну что, ребята, всем привет, с вами Никита, и сегодня мы находимся на проекте под названием Merci Bonus. Собственно, спасибо всем, кто ставит лайки, спасибо всем, кто подписывается. Друзья, не забываем, пожалуйста, сразу сходу, кто зашел, заходим, собственно, в награды, заходим с вами в промокод. Ребят, бонус, если что, здесь 100 миллионов. Заходим в промокод и пишем, по-моему, промокод некий Trash, что ли, вот так. По-моему, да? Так, что ли, или нет? Погоди-к. Подожди. Create. Promo. Вот. Создать промокод. Делаем промокод, друзья. Trash. Ввести. Давайте, друзья, на донат. И давайте сделаем 800 донатов, друзья. Опачки. Донат, промокод. Тип 3 выдачи промокода. Да. Все, ребят, давайте попробуем сразу P-коды ввести, друзья. Вот так. Заходим MN. Заходим в награды. Сразу показываю, прям при всех. Делаем промокод Trash. Нажимаем ОК, да, друзья, вот, пожалуйста, 800 доната вы получили. Так, смотрите. Снимаю видео. Куда? Я админ. Все, отлично. Так, смотрите, ребят, собственно, первым делом, что мы с вами делаем, давайте, наверное, приобретем с вами домик вот здесь. Так что, ребят, заходим, промокод сразу вводим, и все будет отлично. Так, вот так вот делаем, сейчас пропишем сразу слэш... Так, слэш exit, сразу выходим из домика. И сразу давайте приобретем гараж. Сразу, ребят, гаражик приобретаем. Ворота скоро добавят. Воротики совсем. Есть, кстати, вот там есть ворота, друзья. Там есть ворота, там есть гараж. Там все, все везде присутствует, друзья. Но в некоторых местах нет ворот просто. Вот, допустим, покупаем гараж. Прописываем buy garage. Так, вот. Нету рядом гаража, который вы бы хотели приобрести. Прописываем слэш exit. Выходим, собственно, из него. Подходим и пишем, друзья, buy garage. Покупаем гаражи, друзья, все, но мы купили с вами собственный гараж. Дальше, ребят, прописываем слэш GPS. Давайте сразу отправимся в автосалон, посмотрим. Кстати, ребят, на проекте есть нефтевышки, мы сегодня тоже их посмотрим. Не знаю, правда, как туда добраться, но меня, собственно, телепортнут туда, не переживайте. Так, давайте посмотрим. Также, ребят, присутствует игра дверей, прикольная тема, пишите GetDoor. И также, ребят, есть вот такие вот прикольные, везде разбросаны вот такие приколюшечки, друзья. Давайте попробуем открыть его. Так, как? Слэш open, типа, наверное, да? Друзья. Короче, как-то можно открыть, на вокзале они стоят. Мы сейчас отправимся на вокзал, посмотрим, как там открывать. Я просто, честно говоря, не совсем знаю. Так, что по машинам? Вот какую машину можно приобрести, ребят? Я пока не знаю, что буду брать. Вот реально. Я думаю, крузака взять. Давайте возьмем крузака 200-ку. Черную. Почему, в принципе, нет? Мне он нравится, он смотрится реально офигенно. Так, все, друзья. Так, он уже где-то должен был появиться, да? Вот он, наш крузачело, друзья. Вот такой красавчик нас сегодня с вами, собственно, ожидает. Вот такой красавец. Все. Также присутствует, друзья, по-моему, команда донат меню, что ли. Вот, донаты меню, да, вы можете приобретать, себе что-то приобретать. Допустим, вот вы ввели промокод Trash, и сразу вот 800 доната приобретаете, пожалуйста, все, что захотите. Так, прописываем слэш кей. Так, вот она, наша тачка, друзья, завелась. VXR, друзья, V8, 5.7. Блин, вообще пушка. Прописываем, друзья, слэш донаты. Нет, прописываем слэш MN. Заходим в магазин, давайте номерочки приобретем сразу, друзья, номера сделаем naked. Приобретаем, друзья, за косарь. Да, на CLS-ку, на нашу, друзья, нажимаем купить. Так, у меня не хватает доната, да? Понял. Give донаты. Давайте введем сразу нулевой. И сделаем, друзья, 10 тысяч. Выдам себе. Отлично. Так, прописываем еще раз MN. Заходим в магазин. Заходим в номера. Пробуем, друзья, делать naked. Нажимаем, смотрите, купить. Выбираем тачку выбрать. И нажимаем еще раз прикупить. И все, они автоматически ставятся на вашу тачку, друзья. Вот номера naked, пожалуйста. Заработали. Все, вот такой крузачок, друзья, приобрели. Офигенный просто. Смотрится. Кстати, давно крузаки не покупал, друзья. Давно не покупал все крузаки. Так, что по слэш неончику? Сразу надо посмотреть. Неон нету. Слэш дрифт присутствует. Так, вы включили режим слэш дрифта, друзья. Пожалуйста, дрифт работает. Дрифт. Вот. Пожалуйста, друзья. Все, слэш дрифт работает. А слэш спорт вообще работает? Такой есть, нет? Нет, слэш спорт нет. Подожди, дрифт можно выключить теперь? А, вы только включаете, я понял. Все, отлично. Давайте сразу телепортируемся тогда на СТОшечку с вами. Или давайте, может быть, по порядку все это дело мутить. Смотрите, мы сейчас можем сразу по пути с вами залететь... собственно, вот сюда, в деталинг центра, поставить себе тонировочку, я думаю, да? Ага, офигенно, я поставил тонировочку. Здесь стоит огромный, кстати, корабль. Прикольно. Стоит огроменный корабль, друзья, прикольная тема. А, я понял. Так, а можно сюда телепортироваться? Блин, ну почему? Подожди, сейчас тогда прописываем слэш GPS. Давайте сделаем тюнинг. Автосервис в Арзамасе. Телепортируемся, друзья, в автосервис. Вот давай. Подожди, я могу точку поставить на карте? Б.
Блин, так не работает. Ладно. Давайте пропишем, друзья, тогда СТО. СТО. Вот, АТП, стоянка, автомеханик. Подожди. Тюнинг тогда. Вот, автосервис в Арзамасе. Давайте на него, друзья, собственно, телепортируемся с вами. Так, пропишем сразу слэш fly. Сейчас долетаем до сюда тюнинга. Короче, постепенно будем все дело смотреть. Ребят, не забывайте прожимать лайк. Спасибо за прошлый ролик. Вы что-то 50 или 60 лайков набрали. Вообще красавчики. Так, смотрите, GetV. ТЛЦ-шку нашу 200-ку выбираем. Да, друзья, она у нас маленькая. Вообще баганулась, конечно. Ладно, ничего страшного. Давайте сюда ее телепортируем. Кстати, ребят, команда FixCar, если что, работает для всех. Без каких-либо проблем. Вы можете, пожалуйста, сделать FixCar. Допустим, и любой человек может за 100 тысяч починить свою тачку, друзья, пожалуйста, без каких-либо проблем. Так, заезжаем вот сюда. Сразу давайте поставим с вами радиатор. Так, можно без визуального эффекта. Это уже хорошо, это мне нравится. Так, выхлоп я, естественно, наверное, все-таки поставлю. Выхлоп, друзья, поставить хочу. Давайте сразу мы с вами развернем нашу баночку. Как-нибудь, друзья, ровненько, да? Вот так, да, наверное? Смотри, сейчас показываю просто один раз, показываю всем один раз. Банка будет где-нибудь так сбоку у меня выглядеть. Вот так. Так. Вот так. Все, банку сохраняем. По-моему, она что-то вообще хреново, да, установилась? Или нет? Ладно, сейчас посмотрим. Не, банка... Блин, банка вообще далеко. Вот почему? Вот, ребята, напишите в комментариях, как реально устанавливать нормально банку, чтобы она была. То есть мне это категорически не нравится, что я вот так вот, блин, установил фигово. Но деньги, кстати, все возвращаются, это прикольно. То есть я хочу нормально установить себе глушитель, допустим, да? Но я не могу этого сделать, потому что, собственно, как вы видите сами, деталь куда-то почему-то смещается всегда. Мне это вообще не нравится категорически. Я хочу всегда как-то нормально поставить себе баночку. Допустим, вот так, да? Она смещается, я не знаю почему. Как-то странно. Ну ладно, давайте тогда не будем ее ставить. Давайте мы поставим его без визуального эффекта. Так, и турбину сразу давайте, друзья, без визуального эффекта. И нагнетатель также без визуального эффекта. Так, все, проверяем, друзья, стейджики. Я не знаю, вообще должны работать или нет. Давайте попробуем здесь тачку нашу запарковать. Выходим сразу ее, друзья, выгружаем. И пробуем сразу ее, собственно, загрузить. Так, все отлично. Так, садимся. Я не знаю, будет работать или нет. Так, смотрите, ну стейджи, по-моему, здесь не работают, да, наверное? Или фиг его знает. Я не знаю, вообще работает или нет. Но мне сказали, что в донат-меню можно посмотреть нагнетатель. Вот. Купить ТЛЦ-шка. Вы успешно приобрели на ваше транспортное средство. Вы приобрели нагнетатель. Что это? Что он дает? Я вообще в душе не чаю, на самом деле, что он дает. Но что-то, походу, он дает. Вы успешно приобрели нагнетатель на ваше транспортное средство. Что он дает, я вообще хрен его знает на самом деле. Ну ладно, в принципе, это не страшно. Давайте, наверное, мы отправимся с вами сейчас на СТОшечку, сделаем, поставим диски. Так, set speed 200. И еще, друзья, 200. Вот так вот сейчас долетим до СТОшечки. Поставим себе цвет, поменяем. Давай вот так. Опа. Красиво. Блять, боком бы пройти бы, сука. Я так и хотел, все нормально. Так, сейчас сразу ставим себе, короче, дисочки. Я не знаю, либо диски здесь ставятся, ребят, либо они устанавливаются где-то дальше. Это я еще не проверял, не смотрел. Кстати, продается, друзья, продается у нас за 1 миллиард. Продается здесь, собственно, СТОшечка. То есть все прикольно. Так, продолжаем, собственно. Так, это что у нас? Так, это у нас улучшение компонентов, да, попка. Я возьму вот такую попку. Что за шестой элемент? Я такой не хочу. Подожди, мне понравилось второе. Вот смотри, камера меняется кайфово, да? Давайте вот такую мордочку возьмем. Я не знаю, цвет стоит ли менять. Это что за выхлоп? Это что такое? Так, это меняется. Это. А, это у нас винил, друзья, прошу прощения. Я не знаю, либо белый взять крузак, смотри. Можно взять белый. Вот в таком цвете, да? Да, надо на него поднял сексуальный винил, друзья. Винилки можно прямо здесь поставить, вообще пушка. Кстати, красится еще и фары. Офигенно. Еще и фары красится. То есть смотри, я вот не знаю, что взять. Можно взять вот такую прям с фарами покрасить. Смотри, как будет смотреться офигенно, да? Вот какой бы вы, ребят, напишите в комментариях, что бы вы взяли, какой цвет. Но я не знаю, я, блин, честно говоря, даже не знаю, что брать. Я, наверное, возьму вот такой, пускай будет вот такой у меня цвет моей тачки. Вот, смотри, смотрится уже неплохо. То есть попка, смотри, какая сексуальная, морда тоже неплохая, да? Так, и, во-первых, мне время категорически не нравится, абсолютно мне это вообще не нравится.
все хорошо получается, если мы с вами летим ставить колесики. Я не буду телепортироваться по карте, ребят, потому что для админа всегда такой косяк, что, блин, по карте нормально не потелепортируешься, блядь. Все, отлично. Так, выставляем еще соточку, друзья, и вот, все. Сейчас заезжаем в шинку. Сразу устанавливаем все колеса. Блин, а вот, слушай, шанс был хороший заехать, на самом деле. Прям шанс был неплохой. Так, смотри, подъезжаем, собственно, выходим. Я, кстати, еще скин не ставил, я еще не проверял аксессуары. Это все сейчас вместе с вами проверим. Так, заказать смену дисков TLC-200. Пожалуйста, друзья, диски совпадают. Это уже, мне, вот это уже офигенно. Когда диски совпадают, ребят, это уже смотрится реально охерительно. Вот какие вы диски, вот что бы вы посоветовали взять? Я не знаю, вот реально, я все диски, по-моему, уже перепробовал, не знаю, чего взять. Но я люблю низкопрофильные, когда они большие, когда диски прям реально огромные. Там мне понравились вот эти. Нет, где? Вот эти. Давайте, наверное, я их, наверное... Вот эти вот блестящие металлик, я, наверное, их и возьму. Да, диски установились, все, уже преобразилась наша точенция с вами. Все, это хорошо. Это уже смотрится неплохо. Так, получается, смотри. Сейчас могу я потихонечку телепортироваться в детальный центр, чтобы у меня как бы все работало нормально, без каких-либо косяков? Можно вот так вот просто нажать? Ай, отлично, слушай, хорошо, красиво. Все, красота. Так, подъезжаем. Нажимаем... Подъедьте к пикапу бизнеса. Все, принял. Тоже, ребят, кстати, деталинг тоже продается. Цена миллиард. Вот, нажимаем H. Выбираем, смотри, лобовое стекло. Черный цвет. И выставляем, смотрите, вот, выставляем 99, короче, процентов. 95. Нажимаем, друзья, тонировочка. Все, установили. Отлично. Заезжаем еще раз. Нажимаем боковые. Выбираем черный цвет. Также, друзья, выставляем, собственно, полностью. Подожди, мне так... Подожди, а что с цветом? Или мне так кажется, прям... А, это так отблекивает, ребят. Все, отлично. Смотри. И дальше заднее стекло также делаем, друзья, в черный. 94-95% ставим. Все, вообще, ты посмотри, какая пушка, да? Все, вообще. А что еще надо для жизни, блядь, на проекте? Просто охеренную тачку, чтобы смотрелось пиздато. Смотри, давай сейчас прямо здесь мы с вами, друзья, запаркуем. Сразу выходим. Выгружаем и все это дело проверяем сразу, что у нас... Да все сохранилось, вообще все сохранилось, смотри, просто пушка. Смотрится, ребят, реально охеренно. Вот реально, вот лайк только за тачку можно, за крузак поставить, потому что смотрится он реально, друзья, охуительно просто. Так, смотрите, сейчас, во-первых, пристегнусь. Смотрите, дальше, что мы, друзья, с вами проверим, это проверим с вами, собственно, контейнеры. Хотя давайте, в принципе, наверное, где-нибудь вот здесь тормознем с вами, да, на берег, вот так вот на берегочке, вот так вот поставим нашего, друзья, крузачка нашего. Вообще, блядь, ну смотрится охеренно. Сразу проверяем скин. Смотри, проверяем донаты меню. И сразу давай эксклюзивная одежда. Сразу проверим, что у нас по одежде, друзья. Футболистка, афроамериканец, дедушка. Что за дедушка? Что за скин дедушки, мне интересно. Блять, ну это что, это эксклюзив, что ли, дофига? Мне такое вообще категорически не нравится. Вообще, что за дедуля, блядь? Подожди. Мужчина номер 2. Давайте мужчину номер 2 приобретем, посмотрим, что это за мужчина номер 2. Не, вот этого пацана еще можем, мне он нравится. Так, вот этот сейчас я выброшу скин, одежку вот эту всю. Так, выбросили. Вот это тоже давайте сразу выбросим бомжа этого. Ваш вроде все уже есть выброшенный предмет. Все, давайте тогда подальше маленько отойдем. И попробуем здесь его, ребят, выбросить сразу. Также, ребят, система трейд используется, также присутствует здесь. Так. Все, смотри, вообще пушка, да? Неплохо так смотрится. Так, slash fly. Все, скин сохраняется. И давайте сразу поехали, друзья, смотреть вот это любимое мое меню, донаты меню, потому что здесь можно посмотреть эксклюзивные аксессуары, допустим. Вот, пожалуйста, та самая менюшечка, друзья, можете выбирать, что захотите. Давайте, допустим, сразу листаем дальше. И именно посмотрим, что можно реально прикольного напялить, потому что здесь очень много всего. Так, ну мне нужно будет по-любому 100% рюкзак. Офигенный рюкзак, хочу интересный. Давайте, друзья, анонимуса возьмем, вот такого обменяем, да? И давайте возьмем какую-нибудь, не знаю, сумочку, что ли. Вот такую сумка модника. Потом дальше что мы с вами возьмем? Давайте еще что-нибудь посмотрим прикольное. Маска, допустим, вот такая есть. Смотри, тоже охеренная, да? Прям, блядь, слушай, прям неплохо. Смотри, в принципе, нам нужен рюкзак по-любому. 100% мне нужен рюкзак, потому что без рюкзака мне не нравится. Там был где-то котелок, такая типа печка, понял? Вот, плащи, пожалуйста, разные. Вот шляпы различные. Вот, мешок леденец. Рюкзак из Китая, блядь. Рюкзак котел. Крылья, сова. Давайте крылья тоже возьмем, похер, пускай будут крылья у нас тоже. То есть много, тут все дешманское, друзья. Просто что хочешь, ты покупай. Шляпа из Гарри Поттера, кстати, с лицом. Тоже охеренная пушка смотрится. Так, вот пошли рюкзачки. Но я думаю, давай поставим рюкзак, наверное, печь. Вот этот, да?
И Мишку Шапку тоже приобрету. Блять, тут столько всего интересного просто, друзья. Просто столько всего классного, блять, это реально охеренно. Так, нажимаем ай, пожалуйста, рюкзак у нас с вами уже автоматически, друзья, появился. Давайте попробуем, я не знаю, вот это все переносим сюда. Все вообще переносим, сейчас проверим, все ли перенеслось. А, ну сумочка, она не, сумка не перенеслась, шапка не перенеслась. Шапку переносим, так, все проверяем. Все отлично, смотрите. Давайте оденем вот эту. Так, подожди, я что-то не то сделал. Нажимаем, друзья, надеть, пожалуйста. Все, вообще пушка. Так, это у нас сумка модника. Она, я так понимаю, одевается, наверное, вперед. Подожди, она должна же вот так одеваться, наверное, да, скорее всего. Подожди, блядь. Или я еблан? А, ну я еблан. Все, я понял, смотри, вот так делаем, короче. Делаем ее поменьше. Смотри, прям понял, прям вот поменьше. Вот так. Вот, смотри, вообще пушка, да? Потом, смотри, мы ее будем вот так вот делать. Опа. Вот, смотри, опачки. Вот так вот вниз, понял? Внизочек так чисто, чтобы она была вот так где-нибудь на... Или можно прям на грудь ее повешать, да, смотри? Во. Смотри, сохраняем. Все, ребят, сумка офигенно... Все, она у нас на груди. Повешала, все охеренно просто. Смотри, блядь, вообще соска. Дальше что мы с вами будем одевать? Давайте сразу оденем с вами рюкзак. Ой, господи, то, что вещи не сбрасываются, это уже охуенно просто. Так, сразу делаем, друзья, рюкзак. Сразу его сейчас переворачиваем, разворачиваем. Делаем все под себя, охуенно. Так, смотри, делаем сразу вот так вот, да. И одеваем сразу его на плечи, нормально, адекватно. Во-первых, надо маленько вытянуть мне его вот так его, чтобы лямочки смотрелись просто пиздатенько. Вот, смотри, сразу вот так вот одеваем. Вот так, да, делаем, смотри, чтобы, ну, стильно смотрелось. Вот. Вот, вот так, все. Ебать, чумудан, блять, вообще охуенный. Вообще все, пушка, смотри. Дальше одеваем, короче, давайте оденем. Бля, крылья. Я могу крылья надеть? А, слот занят, бля. Смотри, либо, короче, мишка, либо голова мишки, короче. Что маловероятно, блять. Либо, короче, голова мишки, либо маска анонимуса, блять. Что-то одно из двух. Ну, вот это мне нравится. Вот это вообще кайфово смотрится, вообще пушечно. Охуенно, да? Смотри, прям по мне, смотри, прям вот по носику делаем, и нигде ничего не вылазит. Ребята, блять, это вообще просто пушка. Все, смотри, просто красота. Те, кто будут админами, допустим, вот вылетайте на флай, допустим, да, пожалуйста, слетайте, все, у вас все сохраняется, ребят. Вообще все пушечно, все красиво, все ништяк. Поэтому это уже реально классно. Дальше, ребят, отправимся на контейнеры. Я очень надеюсь, что сейчас смогу телепортнуться. Очень на это надеюсь. Пожалуйста, не подводи меня, родной. Пожалуйста, не подводи меня. Давай просто ты меня телепортнешь на контейнеры и все. Спасибо тебе огромное, спасибо. Так, ну тут, слушай, можно дрифта, короче, нарезать прям нормально. А что, я смогу здесь очки за дрифт дают, нет? Если дают еще очки за дрифт, ребят, за которые можно потом получать донатик, это будет вообще сочно. Вот, смотри, просто прикинь, баченским вот так нарезаешь, короче. Так, внимание, открыта регистрация на пинбол. Нет, пинбол не хочу. Вот, пожалуйста, ребята, вот, просто Марибаченским нарезаешь, да, вот так. Вот так паркуешься, прям как поц. Конт, спавн. Сразу делаешь 6, просто, и полетели сразу смотреть. За 10 лямов сразу открываем. Если что-то дорогое выпадает, я сразу это разыгрываю, друзья, для вас, просто и все. Сразу, прям сходу. Вот так, опачки сразу ставим, отходим. Бля, тут анимация, о нет. Ха-ха. Все, ставим, отлично. Так, короче, вот, контейнер открылся, давайте сразу откроем, посмотрим. Ауди, блядь, ну ты пиздец. Не знаю, короче, ладно, это все фигня. Подожди, а как мне, допустим, на нефтевышке попасть? На нефтевышках, ребят, можно зарабатывать донат. Настоящий, реально, донат. Без шуток говорю, серьезно, нефтезавод. Давайте сразу, друзья, мы на него телепортируемся. Слэш флай. Че за нефтезавод? Я честно, я первый раз на нем буду, друзья, сейчас смотреть, что вообще это такое. Так, ну вот, нефтезавод. Мы на него приехали, да? Вот, прибежали. Куда здесь идти? Вот, типа, нефтевышка, да? Комары летят, блядь. А, вот, смотри, какой-то заход. Вот, скупка нефти от частного предпринимателя на 4 доната за одну бочку. А, вот, короче, да, тут скупка имеется, прикинь. То есть, вот, ты скупаешь, короче, да? То есть, скупка, смотри, 4 доната за одну бочку. То есть, вы можете спокойненько подойти, нажать Alt, друзья, у вас нет в руках бочки с нефтью. То есть, спокойненько можете вообще башлять нормально, все красиво. Ебать, красота вообще пушечная. Ну, слушай, проект реально охеренный.
Ну что, ребят, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, обязательно не забывайте подписываться, с вами был Naked и проект Merci Bonus. Ребят, проект только открылся, все бизнесы и все дома находятся в ГОСе, обязательно заходим, все покупаем, друзья, играем вместе со мной, не забываем про промокод Trash, который дает вам 800 доната на старте. Все, друзья, всем спасибо за просмотр, все ссылочки на сборку находятся в описании, также на Telegram, на ВК данного проекта все находится, друзья, в описании, заходим. И, кстати, в Telegram-канале также проводятся сливы различных бонус-кодов, промо-кодов, короче, различный розыгрыш тачек, домов, там, ну, до хера всего, в общем, заходим и играем вместе со мной. Все, ребят, с вами был Naked, всем удачи, всем пока.